Весь день 17 февраля в Торжке работали следователи и криминалисты регионального СК. Утром этого дня здесь, с третьего этажа пятиэтажки по улице Дзержинского, отец сбросил своего 5-летнего сына. Предварительно установлено, что около 8 часов утра мужчина, проживающий в квартире, расположенной на третьем этаже дома, заперся в комнате с 5-летним сыном, после чего вышел на балкон и выкинул с него ребенка. Мальчик упал на козырек магазина в снег. Медицинские работники диагностировали малолетнего ушиб шеи. По нашим данным, мать ребенка была в этот день дома, но не смогла из-за закрытой двери предотвратить трагедию. Предположительно, отец мальчика мог находиться в алкогольном или наркотическом опьянении. Обстоятельства случившегося устанавливаются. В конце января патрульная служба выезжала в район Красной Поляны Комсомольской рощи вместе с тверским межрайонным транспортным прокурором Матвеем Степановым, представителями Тверской дистанции пути РЖД и сотрудниками линейного отдела МВД России на станции Тверь. Поводом для очередной проверки стало обращение нашего земляка в столицу к московскому межрегиональному транспортному прокурору с просьбой закрыть в районе Красной Поляны несанкционированный переход через железную дорогу. Сотрудники прокуратуры, РЖД и полиции не устают предупреждать. Этот участок незаконного перехода опасен для жизни. Но люди продолжают ходить через этот участок железной дороги нередко вместе с детьми. Сразу после нашего сюжета представители РЖД заварили проход в заборе и вывесили предупреждающие таблички. Все было повешено, информационные таблички, и заделано равносечатое ограждение. Сейчас, наблюдаете вновь, что поломано, проход оторван, и сегодня вновь повесили информационные таблички. Проход будете заделывать? Да. Но сколько вот по практике он стоит, этот заделанный проход? Один день. Вот это все у нас было заделано, да? Сварено, да, было? Все оторвано. Мы вновь приехали сюда 17 февраля практически тем же составом. Только что укрепили предупреждающие об опасности таблички. Готово приспособление для сварочных работ. Тверским межрайонным транспортным прокурором к Тверской дистанции пути вынесен акт реагирования. Езжали самостоятельно. Были приняты меры по заделке данного прохода. Проход разламывался. Сейчас мы более жестче будут приняты меры по более жесткой заварке и постараемся, чтобы продержалось подольше. Кроме того, Тверская межрайонная транспортная прокуратура считает целесообразным строительство на этом участке пешеходного перехода. Для этого представителям власти необходимо обратиться с инициативой к руководству РЖД. Информация об этом изложена в документе, который прокуратура направит органам местного самоуправления. Люди годами переходят железную дорогу в этом самом месте. С приходом сапсанов риск потерять здоровье и жизнь увеличился на порядок. Настоятельно рекомендую местным властям прислушаться к рекомендации прокуратуры и стать инициатором строительства безопасного пешеходного перехода.